Личный кабинет пассажира на сайте Мострансавто – это еще один официальный канал для связи с жителями и гостями Московской области. Форма отправки содержит все необходимые поля и подсказки, категории обращения, номер и наименование маршрута, название остановочного пункта. По словам генерального директора Мострансавто Сергея Смирнова, это поможет брать обращение в работу сразу, минуя этап с уточнением информации. Это очередной шаг в построении эффективной коммуникации с пассажирами. Чтобы войти в личный кабинет, пассажиру необходимо пройти регистрацию на сайте, после чего пассажиры смогут отправлять свои сообщения. Каждому отправленному сообщению будет присвоен уникальный номер, по которому его будет легче идентифицировать. А в личном кабинете появится история переписки с пометками о статусе обращения – зарегистрировано, в работе или закрыто. Полученный ответ можно будет оценить и поставить реакцию – позитивную, нейтральную или негативную. Срок ожидания ответа составляет до 8 дней, как и на портале «Добродел». В некоторых случаях, если требуется дополнительная проверка, срок может быть увеличен. В данный момент для пассажиров существует несколько видов обратной связи с компанией. Пассажир может позвонить на единую линию связи по номеру 8 800 731 13 или оставить сообщение в социальных сетях.